Честно сказать, я долго ждал эту игру, чтобы она вышла. Я надеюсь, что эта игра будет крутой, и она оправдает мои ожидания. Но это мы увидим вместе с вами, так как я предоставляю эту возможность вам. И всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон. И сегодня мы начинаем проходить зомби-паркур игру, которая называется Dying Light, которая вышла, можно сказать, сегодня, 27 января. И по мере прохождения, по сюжету мы поймем, стоит ли покупать эту игру. Обычная игра, то есть никаких каких-то крутых моментов или особого сюжета, или действительно эта игра выйдет каким-то шедевром. В этом мы убедимся позже. Давайте начинать. Новая игра. Короче, какой-то военный спустился, точнее,
выпрыгнул с самолета, чтобы попасть в какой-то город и найти какого-то преступника, чтобы забрать у него файлы. Но, как оказалось, город заражен, не знаю откуда. И вот, нас укусили, сейчас мы куда-то пойдем. Я иногда буду вырезать какие-то моменты, чтобы просто не затягивать видео. You pinch him. You're scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Ну что, вот мы очутились где-то в каком-то помещении, я сам не знаю что и как, но знаю то, что нужно уменьшить громкость, потому что это очень громко. То, что еще, я буду иногда вырезать моменты для того, чтобы избежать каких-то лишних тех же моментов, то есть чтобы не затягивать видео и не показывать какие-то неважные вещи. Плюс к тому, есть видео, где присутствует какая-то никакая музыка, и поэтому нужно это будет все вырезать. Но самое главное это то, что это зомби-игра, все, что тут важно, это просто ходить и убивать зомби. А какие-то кат-сцены, это не так уж и важно, и в принципе, что-то большого в них мы не увидим, ну, кроме сюжетной линии, но объяснить я и так смогу. You sleep for 3 days like a dead man, then scare children. Off to a great start, 31. Where am I? In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ask the boss. Почему в всех американских играх в любой... 31. That's your number. Да я уже понял, спасибо. А в любой стране, в любом континенте, везде всегда люди разговаривают с каким-то... Quiet. Oh, fuck quiet. Now he's gonna get Amir Santisin. Как всегда разговаривают люди с русским акцентом. Хоть ты в Китае, хоть ты в Америке, хоть ты в Англии, Франции, везде есть люди, которые разговаривают на английском, и везде они разговаривают с русским акцентом. 31. Oh, right. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. How do you feel today? Так, ладно. Нам выше нужно. Я уже на карте вижу, что нам нужно выше подняться. Не, ну графика тут отпадная. На видео, наверное, не так видно, как тут. I'm looking for the boss. Is he in there? Oh. You're 31. Go on in. Oh, спасибо за разрешение. Так, мы пришли к боссу, да? Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antisyn meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just... Hey, boss. Save it. That lost guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Raheem. Brecken's in charge here.
Ну, походу, это не русские какие-то, хрен его знает, таджики приехали дома тут строить, и начался апокалипсис. Куда нам нужно идти? Поищите выжившего на 13 этаже. Ага. То есть, на карте можно посмотреть, нужно ли тебе вниз или нужно... А, нам сюда. Нужно ли тебе вниз или нужно тебе вверх? Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Ну что, ща посмотрим. Ну, я пока что ничего не могу сказать и об игре, но она более-менее такая, то есть... Jesus. How many people died here? Так, нам... Не хочу никуда идти. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizen ASAP. Help! Help! Somebody! What the hell? О, первая пушечка. А как ее убить? А, ну, в принципе, понятно как. Чтобы сделать скоростной рывок, нажмите Shift. Так, нам сюда. Опа, первая зомби. Убили? Все. Jesus, you alright, man? I cut my arm, getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh, shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. Ну и первые вещи, которые нам нужны, нужно найти, точнее. Так, а что нам нужно? Чтобы включить фонарь, нажмите Т, понятно? Так. Нам... Ой, тут можно зайти. Нет, не можно. Все закрыто. Опа. Металлические детали. Вот тут классно мне... Ох, нифига себе. Мне нравится вот эта фигня с собирать вещи, то есть делать какие-то крафты. Это, если честно, очень прикольно. Я надеюсь, зомби тут не будет. Изолента. Я один это слышал. Я один это слышал, у меня даже мурашки по коже пошли. Что там кто-то? Идите вы нафиг! Вы слышите, ребята? Там кто-то есть. Сейчас скример какой-то. Идите в жопу! Я уже там напуган. Гвозди. Так, куда нам? Нам еще вот сюда. Я надеюсь, зомби тут не будет. Хотя бы сейчас. Так это первая миссия, можно сказать. Так. Ну тут... О, тут 100%. Да, тут 100% что-то okay, должно быть. Everything I'm gonna find. Это же аптечка. Так, первые крафты. Что нам нужно? Чтобы зайти в меню чертежи, нажмите И. Так. Аптечка. Так. Ух, растрепали тебя, чувак. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him.
Booze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Поговорите с маленьким ублюдком, да, Рахимом? Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Так, опять к нему, да, идти? Не, ну такая атмосферная игра, если честно. То есть даже... О, нифига себе, я извиняюсь, ребята, не хотел. То есть даже вот эти стуки за закрытыми дверями меня уже напугали. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, never please. Said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Ладно, сейчас нам нужно идти переодеться, так как ему что-то не нравится наша одежда. Это случайно не та вот девушка Амита на плакате. Так, я не знаю. Нет, нам не нужно подниматься. Вот. Это ваш тайник, здесь вы можете переодеваться, а также оставлять на хранение любые предметы. По мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ к новой одежде. Класс, чистая одежда. Переодеться. Ага. Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. Gym? What are you talking about? It's on the top floor. Just a couple flights up. Ладно, давайте на этом заканчивать. То есть первая серия, я надеюсь, вам всем понравилась. Если наберем 100 лайков, то будет продолжение. Нужно какое-то разнообразие, я думаю, все со мной согласны. Поэтому, ребят, давайте заканчивать. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.